Ну вот я еще раз всех приветствую. Сейчас приступим к нашей практике. Садимся поудобнее, с ровной спинкой. Можно выключить звук, чтобы не отвлекал ваши микрофончики, чтобы без звука были. Я также у себя отключу картинку, потому что она нам тоже нужна. Все как обычно. В аудиоформате. Так, сейчас я видео выключу. Садимся поудобнее. С ровной спиной. Макушкой тянемся вверх. Возвращаем внимание на дыхание, на ощущения в теле. Наблюдаем, как происходит дыхание, как происходит вдох и выдох. Вспоминаем про правильное дыхание, когда мы дышим спокойно, легко, не глубоко через нос. И как можно плавнее и медленнее делаем вдох и выдох. В комфортном режиме постепенно растягиваем время вдоха, время выдоха. При этом не надуваемся, как шарик. Дыхание спокойное, поверхностное, неглубокое. Наблюдаем за дыханием. Каждый вдох наполняет нас жизненной силой, энергией, радостью, спокойствием. На выдохе отпускаем все лишнее, если есть какие-то напряжения в теле, напряжение в сознании, переживания, тревоги, все это на выдохе с благодарностью отпускаем. И в процессе нашей практики мы будем убирать лишние напряжения в теле, сознание, наблюдать за этим процессом, наблюдать за ощущением в теле, за дыханием. Где внимание, там и сила. И мы сейчас будем переключать все внимание с внешних объектов, с внешних раздражителей на себя, на свое дыхание, на ощущения в теле. Будем наполнять себя энергией жизненной силы. Если в процессе практики мысли увлекут внимание, если внимание переключится на какую-то мысль, замечаем просто это и возвращаем внимание на объект медитации, на дыхание, на ощущения в теле. Давайте просканируем все тело, понаблюдаем за ощущением. Начнем, как обычно, с макушки. Направьте внимание на макушку. Понаблюдайте за ощущениями. Продолжаем дышать в комфортном режиме. Через нос спокойно, легко. И каждый вдох наполняет нас энергией, светом, любовью, радостью. На выдохе отпускаем все лишнее с благодарностью. Наблюдаем за этим процессом. Чем плавнее наше дыхание, тем спокойнее бьется сердце, успокаивается ум. В
Направьте внимание на затылок. Уши. Понаблюдайте за звуками вокруг себя. И если в процессе практики что-то вас будет отвлекать, какие-то посторонние звуки, тоже это замечаем и возвращаем внимание на объект медитации, на дыхание, на ощущения в теле. Можно направить внимание в область шишковидной железы, межброви, ближе к центру головы. Также дышим, наблюдаем за ощущениями. Дыхание плавное, спокойное. Наблюдаем, как происходит вдох и выдох. Наблюдаем за ощущениями. Переводим внимание на лицо. Почувствуйте лоб. Брови. Глаза, веки, нос, губы, рот, подбородок. Можно даже почувствовать, перевести внимание на язык, почувствовать, наблюдать за ощущениями. Теперь внимание на челюсть, она не должна быть сжата. Можно немножко приоткрыть рот, опустить напряжение, если есть. При этом дыхание также остается через нос. Каждый вдох наполняет нас спокойствием, светом, любовью, радостью, легкостью. На выдохе отпускаем все лишнее, наблюдаем за этим процессом. Почувствуйте шею. Ключицы. Плечи. Руки от плеча до локтя. Локти, предплечья, запястья, ладошки, пальцы рук.
понаблюдать за ощущениями в руках, в ладошках, на кончиках пальцев. Дыхание постепенно замедляется, растягивается по времени. Дышим, стараемся дышать так, чтобы сами себя не слышали. При этом, чтобы воздуха хватало, делаем комфортный вдох, комфортный выдох. Просто делаем это медленно. Наблюдаем за дыханием, за ощущениями. Переводим внимание на верх спины, лопатки, позвоночник, верхняя часть. Постепенно опускаем ниже свое внимание, в среднюю часть спины. Дальше поясница. Помним, если во время сканирования вы заметили напряженные участки, напряженные мышцы, направляем свое внимание в область напряжения, дышим, стараемся на выдохе отпустить лишнее напряжение. Наблюдаем за ощущениями. Переводим внимание на живот. Также дышим. Наблюдаем. Подышите животом, чтобы на вдохе живот расширялся, наполнялся, на выдохе наоборот, сдувался. Также наблюдаем за напряжениями. Если есть напряжение мышц пресса, стараемся отпустить, убрать лишнее напряжение на выдохе. Также в процессе практики стараемся не терять ясность, не засыпать. Наблюдаем за ощущениями, наблюдаем за дыханием. Далеко не улетаем. Остаемся в теле. Наполняемся энергией жизни силы. Переводим внимание на грудь, центр груди. Также дышим, наблюдаем за ощущениями.
Понаблюдайте, как воздух наполняет легкие на вдохе и как на выдохе он выходит. Понаблюдайте за этим процессом. Воздух — возница духа, переводчик жизненной энергии и силы. И каждый вдох, он наполняет нас этой энергией. Наблюдаем за этим процессом. Переведите внимание на сердце, понаблюдайте, как оно бьется. Удалось ли нам успокоиться? Чем плавнее дыхание, тем спокойнее бьется сердце. Реже пульс. И можно посчитать, на сколько секунд, на сколько ударов сердца, продолжительность вдоха и продолжительность выдоха, понаблюдать за этим процессом, подышать. Если сейчас расфокусировать внимание на все тело, можно ощутить биение сердца в любой точке тела. Достаточно направить внимание на те же пальцы рук, к примеру, или ноги, куда угодно. И можно почувствовать пульсацию. Как сердце прокачивает кровь по всему телу и разносит потоки жизненной энергии по всему телу. Понаблюдайте за ощущениями. Почувствуйте биение сердца, почувствуйте пульс. Можно поэкспериментировать с разными участками тела, понаправлять внимание, понаблюдать. Даже если с первого раза не получится, вопрос только в практике. Если регулярно практиковать, тренировать свое внимание, то можно уловить биение сердца в любой части тела. А если распустить внимание на все тело, то можно почувствовать эту пульсацию сразу во всем теле, также понаблюдать за ощущениями. Дыхание при этом спокойное, плавное, через нос. Каждый вдох наполняет энергией жизнесилы. На выдохе отпускаем все лишнее напряжение. Наблюдаем за этим процессом.
Возвращаем внимание на дыхание. Продолжаем сканировать тело. Давайте направим внимание в область копчика. Также понаблюдаем за ощущениями, подышим. Почувствуйте ягодицы. Бедра. Колени. Икра, голень. Стопы, пальцы ног. Также наблюдаем за ощущениями, дышим. И можно также почувствовать пульсацию сердца в ногах, понаблюдать. Дыхание плавное, спокойное через нос. Дышим так, как будто через трубочку. Через тонкую трубочку плавно втягиваем воздух через нос. И также спокойно, плавно выдыхаем. Наблюдаем за этим процессом. Дышим так, чтобы сами себя не слышали. Хорошо. Почувствуйте обе ноги. Обе руки. Голова и шея. Вся спина. Грудь и живот. Почувствуйте все тело. Понаблюдайте за ощущениями. Если где-то еще есть напряжение в теле, замечайте его и направляйте в область напряжения поток своего внимания. Стараемся на выдохе отпустить все лишнее напряжение. Наблюдаем за ощущением. Напряжение в нашем теле это как камни в русле реки. И чтобы река могла спокойно протекать, мы убираем лишнее напряжение, как будто расчищаем русло реки, убираем лишние камни. И поток реки жизни в этом случае легко протекает через наше тело без напряжения лишнего. Максимально эффективно нас наполняет. Наблюдаем за этим процессом, дышим. Очень хорошо.
Теперь можно понаблюдать за пространством ума, за нашими мыслями, если есть какие-то переживания, эмоции. Все, что возникает в нашем сознании, мы будем наблюдать. Основное правило – остаемся сторонним наблюдателем, без увлечения. Если что-то чрезмерно перетягивается в наше внимание, какая-то мысль или тревога, замечаем это. И возвращаем внимание на дыхание, на ощущения в теле. Продолжаем наблюдать, как будто наблюдаем за облаками на небе. Так, 2-3 минутки в тишине. Просто наблюдаем, направляем поток света, направляем поток внимания своего на то, что нас сейчас тревожит или беспокоит, или просто возникает в нашем уме в виде мысли. Мы стараемся ни силой воли не разгонять эти мысли, просто смотрим, наблюдаем в тишине. Давайте начнем. Подключаю звук. Возвращаем внимание на дыхание. Понаблюдайте за ощущениями в теле, почувствуйте тело. Можно задать себе вопрос, как я себя чувствую, удалось ли мне расслабиться. Отпустить лишнее напряжение, наполнить энергией и жизненной силой. Очистить ум от лишних тревог, переживаний, мыслей. Наблюдаем за ощущениями, дышим также плавно, спокойно, без напряжения через нос. И можно из этого наполненного состояния, из потокового состояния, когда через нас проходит божественная энергия и состояние изобилия поделиться светом, любовью со своими родителями, направить им поток любви и света и благодарности за дар жизни, а через них и всему своему роду направить этот поток света, любви, добра. Дышим, наблюдаем за ощущениями. Если у вас есть какие-то обидки на родителей, может быть, из детства что-то тянется, можно сейчас это вспомнить. Возможно, осознать, для чего та или иная ситуация произошла в нашей жизни. Поблагодарить своих родителей. Поблагодарить весь свой род за дар жизни.
направить поток любви и света. Наблюдаем за ощущением. Дышим. Благодарим. Можно мысленно попросить прощения за какие-то свои поступки, за которые вам, возможно, стыдно перед своими родителями. И опять направляем поток света, любви, благодарности родителям и через них всему своему роду. Возвращаем внимание на дыхание. Почувствуйте свое тело. Можно немножко подвигаться даже. Плавно открываем глаза. Возвращаемся ко мне. Можно поделиться своими ощущениями от практики, удалось ли наполниться, получилось ли направить поток родителям, роду, возможно, попросить прощения за какие-то свои поступки, убрать напряжение и почувствовать эту сильную связь. Ты знаешь, Толечка, больше напряжения. Причем я несколько раз пыталась даже заснуть. Угу. Хорошо, ты вовремя сказал, не спим. Я вернулась в тело, а так бы я точно уснула. Все-таки, да, неделя была такая совсем непростая. Угу. А, и очень хорошо, прям столько легкости, так сейчас такое мягкое, мягкое, все такое спокойное. Маму, папу я благодарила. Благодарю, что поделилась. У тебя с мамой, с папой? У меня все хорошо с мамой, с папой. Угу. Отлично. Дианочка, у тебя как, расскажи, поделись. Не слышно. Диана, у тебя звук что-то там не включен. Может быть, наушники выключить? А сейчас меня слышно? Угу. И я тоже во время медитации где-то в какой-то момент вообще улетела куда-то, потом вернулась обратно. И как будто я как кино как будто посмотрела в это время, только я уже сейчас не помню. Вообще кого-то в другом месте оказалась, потом в своем теле. И тоже поблагодарила своих родителей. Уже так, ну, легкость тоже, наполнение. Угу. Ну, чувствую себя очень хорошо. Хорошо. Я рад. Да, надо сейчас по земельке походить, по травке. Да, можно погулять, заземлиться. А, заземлиться. Вообще, да. Очень интересно было. Да, хорошая такая медитация, очень
мягкая, глубокая, да, такая, прям как от хорошего массажа. Такое все такое проработанное. Спасибо, Толечка. Спасибо, благодарю. Хорошего дня, хорошего вечера, да, на связи. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.